Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Битербиев 23 октября в Москве проведет бой с немцем Адамом Дайнесом. Битербиев впервые в профессиональной карьере будет драться в России. Изначально спортсмен и вовсе должен был 28 марта в Канаде провести обязательную защиту IBF против китайца Мэна Фань Луна. Однако в планы вмешалась пандемия. Бой Битербиева и Дайнеса был официально подтвержден. В рейтинге IBF немец занимает 6-е место.